Хочеш миру? Готуйся до війни. Партнер показу – мережа збройових супермаркетів «Ствол». Мисливство, спорт, безпека. Вітаю всіх шанувальників зброї та воєнної історії. Ви дивитесь «Арсенал». Сьогодні ми знову знаходимося на стрілецькому комплексі «Снайпер», де будемо відпрацьовувати рецепти по вибору зброї та набоїв для самозахисту у будинку. З модернізацією українського законодавства у 90-х роках минулого століття громадяни України нарешті отримали можливість встановленим порядком купувати зброю для самозахисту, як гладкоствольну, так і нарізну. Крім того, з плином часу у певних категорій осіб з'явилася можливість захищати себе за допомогою так званих пристроїв для відстрілу набоїв, споряджених метальними снарядами нелетальної дії. Але для більшості законослухняних громадян альтернативи гладкоствольній чи нарізній зброї і досі немає. Як і немає альтернативи для них чітко знати свої права та обов'язки. Как известно, необходимой обороной признаются действия лица, пускай сопряженные с нанесением вреда нападающему, в случаях защиты от опасного посягательства на жизнь, здоровье и интересы государства и общества. Заметьте, в данном случае речь не ведется об имуществе. И об этом, я думаю, стоит поговорить в первую очередь. К сожалению, состояние необходимой обороны не наступает в случае, если оружие было применено при защите имущества, автомобиля или же дачного домика, не сопряженного, например, с проникновением в этот домик. Речь идет о том, что статья 36 Уголовного кодекса Украины, определяя сам термин необходимой обороны, указывает также ситуация, когда любые средства будут допустимы для отбития нападения, угрожающего жизни и здоровью защищавшегося лица. Это, во-первых, вооруженное нападение, групповое нападение, а также нападение, сопряженное с проникновением в жилище или или иное помещение, где находится лицо. В данном случае речь идет не только о квартире, о дачном домике, о гостиничном номере, но также и о помещении, где на данный момент лицо находится. В этих случаях законодательство прямо разрешает применять любые средства, включая огнестрельное оружие. К сожалению, достаточно не урегулирован вопрос применения оружия в иных случаях. Но, тем не менее, исходя из законодательства, такие действия допустимы при явном несоответствии сил и возможностей посягающего на лицо, которое защищается от нападения. Однако в этой ситуации защита защищавшегося лица, юридическая защита, значительно усложняется. Приобретая оружие, многие стесняются признать себе, что основная причина, по которой мы это делаем – то, что оружие может защищать. Мы мотивируем многими вещами. Охота, просто любовь к оружию. Но нужно не забывать, что мужчина, помимо того, что он добытчик, он еще и защитник. Сегодня мы рассмотрим аспекты самообороны с оружием. Мы не будем затрагивать спорт, не будем затрагивать охоту. В нашей стране короткоствольное оружие в рабочих калибрах, которые эффективно могут самооборонять, фактически гражданскому населению недоступно. Нарезное оружие — это эффективное оружие, но оно рассчитано больше на войну. Скорость вылета пули из нарезного ствола, как правило, очень высока. И, соответственно, пуля очень рикошетная. При использовании этого оружия в качестве самооборонного есть вероятность, что пуля при попадании в твердый предмет изменит свою траекторию и упадет в неизвестном месте на неизвестном расстоянии, может травмировать совершенно невинного человека. Самое эффективное оружие для самообороны – это гладкоствольное ружье. Гладкоствольные ружья выпускаются в различных вариантах. Это может быть и чисто охотничье оружие, как одностволки, двустволки, либо полуавтоматическое оружие, которое может быть универсальным и для охоты, и для спорта. Это может быть помповое оружие. Помповые ружья очень часто не любимы нашими охотниками. Они используются для практической стрельбы, но в первую очередь это оружие предназначено для самообороны. У нас сегодня представлены три модели. Первая из них – это яркий пример самооборонного
ружья Мосберг. Здесь вы видите модель с уже установленным цевьем, на котором установлен фонарь. Эти варианты использования очень часто берут на вооружение как спецы в специальных подразделениях, либо в полицейских подразделениях. Либо это удобно для дома, для семьи, но помимо всего прочего это еще и красиво. Фонарь позволяет использовать это ружье в темное время суток, либо в темных помещениях. Пистолетная рукоятка, которая здесь установлена, это на любителя, но держать ее удобно. При этом вы легко можете оперировать фонарем и оперировать ружьем. То есть, удерживая его за пистолетную рукоятку, вы можете второй рукой выполнять какие-то другие функции, открывать двери. На прикладе уже установлен держатель для патронов. С точки зрения законодательства, это полезная штука, потому что держать оружие в сейфе требуется разряженным. Ну и с точки зрения техники, держать оружие заряженным не очень хорошее правило, по той простой причине, что, как правило, заряженным является магазин. В магазине есть пружина. Если пружина в постоянном напряжении, магазин заряжен, пружина садится. И в критический момент, когда вам нужно будет заряжаться и стрелять, пружина может нормально не сработать. Поэтому держать оружие заряженным и неправильно с точки зрения закона, и неправильно с точки зрения техники. Прицельные приспособления здесь достаточно ярко выраженные. Ну, это американский стиль. Стрелять из этого ружья очень удобно. Оно небольшое по размеру, хорошо прячется в сейфе, хорошо перевозится в машине и занимает немного места в чехле. Значит, второй представитель сегодняшнего модельного ряда – это ружье компании Benelli. Это ружье модель М3. Эта модель характерна тем, что она может использоваться и в полуавтоматическом режиме, и в режиме помпы. Здесь есть переключатель, который позволяет быстро перевести ружье в режим помпы. В таком варианте это помповое оружие. Переключаем переключатель обратно, буквально секунда, и мы имеем полуавтоматическое ружье, которое может быть использовано и для практической стрельбы, и для охоты. С точки зрения самообороны, я бы предпочел его использовать в режиме помпы. Почему помпа? Потому что помповое ружье, как правило, независимо от энергетики боеприпаса, вы можете заряжать сюда боеприпасы вперемешку, дробовые, картечные, пулевые с разной навеской, 24 грамма, 32 грамма, 36 грамм. Независимо от того, что вы зарядите, помпа работает всегда. Третий вариант – это помповое ружье компании Benelli, модель Nova. Оно выглядит немножко гламурно из-за того, что определенные части оружия, здесь магазин и ствол, имеют покрытие типа марин, то есть это покрытие стойкое к агрессивным средам, то есть океан, океанический воздух, морская вода, а это соль, она поедает оружие со страшной силой. Это покрытие не боится морской воды, помимо всего прочего, в этом ружье установлена затворная группа, хромированная. Это тоже способствует тому, что оружие в агрессивных средах живет гораздо дольше. Я, как и многие, купил ружье изначально для самообороны, а не для спорта. Потому что ружье легче всего оформить, оно оформляется легче, чем нарезное, либо травматическое оружие. Гладкоствольное ружье имеет огромное останавливающее действие, для него доступны любые патроны, начиная от травматических, заканчивая картечью, пулей. Гладкоствольное ружье прощает ошибки прицеливания, так как, когда мы стреляем, то у нас есть 9 картечин, и даже если мы немного сдернем прицельное приспособление, то у нас выше шансы поразить цель. Поэтому гладкоствольное ружье, наверное, является лучшим выбором для любого человека, который хочет иметь возможность оборонить дом, защитить семью. А нашим глядачам ми хочемо нагадати, що спонсором нашої програми є мережа зброєвих супермаркетів «Ствол». Партнер показу – мережа зброєвих супермаркетів «Ствол». Мисливство, спорт, безпека. Глибоке знання матеріальної частини зброї, теорії та практики пострілу здатне убезпечити володаря гладкоствольної зброї від багатьох проблем. І насамперед – проблем із законом. Несмотря на наличие постановления Пленума Верховного Суда, разъясняющего положение статьи 36 и правоприменительную практику в случаях, связанных с необходимой обороной, постановление от 26 апреля 2002 года, интересующиеся могут с ним ознакомиться на сайте Верховного Совета Украины. Несмотря на это, к сожалению, правоприменительная практика далека от идеала.
Часто действия защищавшегося лица признаются либо превышением необходимой обороны, либо в худшем случае даже квалифицируются по общеуголовным статьям в зависимости от степени вреда, нанесенного нападавшим. К сожалению, изменить практику мы не можем, однако мы можем следовать простым советам, которые значительно увеличат наши шансы в случае возникновения столь неприятных ситуаций, когда мы вынуждены применить силу и оружие для защиты своей жизни и здоровья. Прежде всего, речь идет о том, чтобы мы знали законодательство, знали определение необходимой обороны и то, когда наступает наше право на ней. Речь идет о ситуациях, сопряженных с опасным для нас посягательством. Посягательство должно быть опасно именно в момент причинения, то есть прямое нападение на вас, на членов вашей семьи, да и, собственно, на других граждан. Речь идет о том, что состояние необходимой обороны следует отличать от состояния мнимой обороны, то есть когда нападение не имеет места, но вам кажется, что на вас нападают и посягают на ваши интересы. В последнем случае шансы выйти из этой ситуации с наименьшими потерями значительно уменьшаются. Поэтому мы четко должны понимать, кто посягает, какими средствами и какие средства отпора мы можем применить. Если речь идет об оружии, то самыми распространенными ошибками, приводящими к осуждению лица, которое защищалось, является случай с обороной квартиры. Стрельба через дверь, стрельба во дворе, стрельба без предупреждения, когда такое предупреждение можно сделать. И, к сожалению, навеянное нашим кинематографом желание приукрасить картину происшествия после того, как произошло вкладывание в руки нападавших какого-либо оружия или средств, применяемых в его качестве. Этого делать категорически нельзя. Современный уровень криминалистики позволяет довольно точно установить картину происшествия, и любые изменения будут истолкованы как укрывательство преступления или попытка уйти от ответственности. Поэтому рекомендуется сразу же после того, как ситуация закончилась, вызвать скорую помощь, вызвать сотрудников милиции и максимально сохранить картину происшествия без изменений. Гладкоствольное оружие обладает великолепным останавливающим действием. Выстрел из гладкоствольного оружия дробовым патроном 32 грамм – это все равно, что метнуть молоток на скорости 400 метров в секунду. Независимо от того, защищена ли потенциальная цель бронежилетом или нет, останавливающее действие великолепное. Запреградное действие этих боеприпасов великолепное. Чем хорошо гладкоствольное оружие с точки зрения самообороны? При использовании дробовых крупных навесок, то есть крупные размеры дроби, либо картечь, область поражения на дистанциях 5-8 метров увеличивается до размеров 10-15 сантиметров в диаметре. Соответственно, при использовании таких боеприпасов не требуется такого точного выцеливания, как при использовании нарезного оружия. Скорость стрельбы из ружья при определенном навыке позволяет делать до 3 выстрелов в секунду. Профессионалы, спортсмены могут стрелять до 4, но точность поражения цели при такой скорости стрельбы, как правило, падает. Что еще хорошего в гладкоствольном оружии? С точки зрения законодательства Украины, приобретение гладкоствольного оружия является самым простым по сравнению со всеми остальными видами оружия для самозащиты. При этом возрастной ценз, при котором это оружие можно приобрести, 21 год. Соответственно, любой взрослый человек, а 21 год – это уже сознательный человек, может приобрести такое оружие, хранить его дома и быть уверенным в том, что он может защитить себя, своих родственников и свой дом или свое имущество. Не надо забывать о таком факте, что оружие – это не вещь сама в себе. Это такой же инструмент, как молоток, мобильный телефон, компьютер или автомобиль. Когда мы приобретаем автомобиль, мы знаем, что мы должны пройти курсы вождения и надо научиться им пользоваться. В противном случае мы просто не сможем быть на дороге в движении. Если мы берем микроскоп, мы пользуемся микроскопом только после того, как мы научились им пользоваться. Многие из нас, приобретая оружие, почему-то стесняются признаться в себе в том, что мысль «а пусть будет» этого недостаточно. Купив скрипку, это не значит, что вы станете лучшим скрипачом мира. Или купив гитару, это не значит, что вы сразу станете фронтменом группы Gypsy Kings. Оружием нужно уметь пользоваться. Надо не стесняться учить пользоваться оружием своих родных и близких. В этом нет ничего страшного. Американский опыт использования оружия показывает, что до 80 тысяч случаев в год преступлений, которые совершаются при проникновении на частную собственность,
либо при нападении на людей пресекается именно личным оружием граждан. При этом не значит, что во всех этих 80 тысячах случаев происходит стрельба. Иногда достаточно показать наличие оружия преступнику, и этого достаточно, чтобы он остановился. Да, это не значит, что это абсолютно достаточно. Если вы защищаете себя, то вы должны быть готовы к тому, что оружие можно будет применять и нужно будет применять. В противном случае может кто-то пострадать из близких. Но уже само наличие оружия может остановить преступника от его потенциального воздействия на вас. Вибір набою складає чи не 90% успішності пострілу. Про це добре знають мисливці. Ті, хто має зброю для самооборони, теж повинні приділяти увагу вмісту свого збройного сейфу. Оскільки це питання не лише вашого життя, а й, як не дивно, свободи. Вибір патронів для самооборони – вопрос індивідуальний. Если вас занесло в тайгу и на вас напал медведь, единственный боеприпас, который может вам помочь объективно, это пуля. Но во всех остальных случаях стрельба пулей из гладкоствольного ружья не является оптимальным выбором по той простой причине, что пулей нужно очень хорошо выцеливать при попадании. При этом пуля очень интенсивная, возможны при промахе рикошетные полеты, непрогнозируемая траектория и тому подобные вещи. Поэтому, по моему мнению, оптимальным выбором для самообороны являются либо патроны с крупной дробью, либо картечь. С точки зрения самообороны и работы американских полицейских, картечь является оптимальным выбором. Почему? Потому что в картечи, вот в данном патроне, 9 шаров диаметром 8 мм. Грубо выражаясь, за один выстрел вы выстреливаете полный магазин пистолета ПМ. Останавливающее действие великолепное. Поле поражения широкое. Самообороны – это короткие дистанции, поэтому, как правило, любой пучок дроби либо картечи не очень широк, но он гораздо шире, чем пуля из нарезного оружия. Поэтому останавливающее действие таких патронов гораздо выше. С точки зрения нанесения нападающему повреждений, но избежания летального исхода, оптимальным вариантом будет использование дробовых патронов. Шоковая составляющая, останавливающее действие высокое. Но при этом сохраняется вероятность, если вы защищаетесь от человека, не убить этого человека. И таким образом вы себя страхуете в какой-то мере от последующей уголовной ответственности. Поэтому дробовые патроны являются очень хорошими с точки зрения останавливающего действия, но минимализируют летальный исход. Не допускается в случае с обороной квартиры. Та же самая стрельба через двери по другой причине. Гладкоствольное огнестрельное оружие, имеющееся в распоряжении многих наших сограждан, обладает довольно сильной поражающей силой, и в некоторых случаях она даже избыточна. Крупная дробь, тем более картечь и пуля, способны, пробив тело нападавшего, проникнуть также за пределы квартиры, пробив двери, легкие перегородки и нанести ущерб третьим лицам. В данном случае нанесение такого ущерба даже в состоянии необходимой обороны не освобождает от уголовной ответственности. Поэтому нам следует также четко подходить к вопросу выбора боеприпаса, осознавая, что расстояния невелики, далеко не всякое укрытие от обзора является укрытием от огня. Кроме того, на так называемых нелетальных боеприпасах, речь идет о боеприпасах 12, 16 и 20 калибра с резиновыми поражающими элементами, указаны расстояния применения. 20-10 метров. Безусловно, в условиях квартиры и даже загородного дома эти расстояния не позволяют в большинстве случаев четко определить намерение нападавшего. Поэтому стрельба на таком расстоянии, сопряженная с нанесением каких-либо телесных повреждений, может быть истолкована судом как нападение, а не как защита от нападения. Кроме того, данные боеприпасы на таких расстояниях чаще всего неэффективны. Поэтому свой выбор следует остановить на надежном боеприпасе, который не обладает избыточной проникающей способностью. Дивіться у наступній програмі. Як безпечно та швидко заряджати зброю в умовах обмеженого простору? Як слід поводитися зі зброєю при проходженні кута, дверей та коридору? І що робити, аби не помінятися місцями зі зловмисником? А на сьогодні все. Команда «Арсеналу» разом із спонсором програми «Мережею збройових супермаркетів «Ствол» зичить вам усього найкращого. Бережіть себе і тримайте порох сухим.